Вітаю всіх шанувальників Українського півдня. З вами я, Лідія Григорєва. І ми традиційно говоримо на актуальні теми нашого суспільства. І сьогодні будемо підводити підсумки року, що минає. І сьогодні в студії у нас Євгеній Рищук. І ми саме поговоримо про те, що відбувається в Олешківському районі і те, що відбувається на Херсонщині. Депутат Херсонської обласної ради. Вітаю вас. Я почала говорити, що ми підводимо підсумки 2018 року. На жаль, рік швидко проминув. Які такі яскраві події, що відбулися в регіоні цього року, ви вважаєте? Ті, які, можливо, народилися за вашої ініціативи і гарно втілилися? Знаєте, сьогодні, коли я йшов до вас, я сам себе думав, ну, вспомнив мислі одного чоловіка, життя треба прожити так, щоб після тебе щось залишилося. І я йшов і думаю, що після нас може залишитися, ми все одно куди-то рухаємося вперед, да? Я маю в виду, після нас, це Гордєєв, губернатор Гордєєв і його команда. Да? От, в самом деле, год був доволі насичений, у нас кожен год насичений. У нас два года предыдущих – это привлечение инвестиций. К сожалению, все мы знаем, что ситуация с приближением к Крыму, ситуация вообще в Украине не так уж предрасполагает инвестора заходить в Украину. И цель и задача, которую мы ставили перед собой – это привлечение инвестора, создание всех условий для того, чтобы инвестор мог зайти. Если брать эту сторону, то я считаю, что мы довольно успешно реализуем проекты. Я считаю, таким хорошим проектом, который был уже запущен в этом году, он будет продлен в следующем, это строительство большой подстанции на 750 мегаватт в Каланчатском районе. Это начало строительства 50 ветровых станций в Каланчатском районе и Чаплынском. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы можем любому инвестору заявлять, идите к нам. Инвест-климат у нас благоприятный, и ситуация для развития вообще бизнеса благоприятная. То есть это есть такие маячки, такие точки, которые можно показывать инвестору. Точно так же мы сейчас проектируем большие проекты, это и берег Черного моря. Есть интерес, мы видим людей после проведения форума инвестиционного. Мы в этом году его провели в Киеве, это тоже такая была изюминка по-своему. Мы решили, что если деньги не хотят идти в регион, мы должны ходить к деньгам. Как бы мы ни хотели, весь бизнес основной это находится в Киеве. Бизнес не дуже так поставився по-іншому до воєнного стану. Не звернув свої інвестування в область. Нет, но в то же время инвесторы, которые европейские, буквально в течение нескольких дней все были, прибыли к нам на Херсонщину, провели переговоры. Мы им объяснили. К сожалению, вы знаете, настолько сегодня общество у нас заполитизировано, что временами делается очень много, скажем так, да, шума из ничего зачастую. Мы смогли провести переговоры с инвестором, инвестор успокоился. У нас в Белозерском районе будет строительство 16 ветряков. Это стоимость одного ветряка порядка 5 миллионов евро. Ну, то есть инвестиция очень серьезная. Был представитель этой компании, обсудили все. Если дуже багато інвестують в альтернативну енергетику, це з чим пов'язано? Такі вигідні умови, чи і це відбувається майже по всій Україні? Вигідні природні умови, вигідні умови економічні. Все поєднується. Конечно, і залежить лише місцевої влади, як достукатись до тих інвесторів. Нам, слава Богу, в этом плане повезло. Херсонщина та юг, якщо ми беремо сонячну енергетику. Это самое максимальное количество солнечных дней в году. Это зеленый коридор для инвестора, если мы берем Херсонскую область. И мы довольно сильно это направление за два года тоже раскрыли. Точно так же ветряки у нас есть побережье Черного моря, лиман. То есть это есть опять условия для хорошего ветра. И как раз, а почему строят? Потому что сегодня Украина законодательно утвердила зеленый тариф, который дает возможность на этих проектах зарабатывать. В то же время бизнес на этом зарабатывает, мы имеем возможность получать чистую энергию. Вы куратор агропромислового направления. Скажите, агропорт, это стало подією в Херсонщине? Это первое на Херсонщине такая подія, да, відбувалася. Давайте начнем тогда с агропорта. Агропорт появился, на самом деле, довольно случайно. Я думаю, многие, кто меня знает, видят, насколько я активный, я везде летаю, езжу. Да. Я встретился с Дмитрием, хозяином этой компании, и он мне задал вопрос, нет ли у вас знакомых в Одессе.
Я говорю, зачем? Я хочу провести такое мероприятие. Я говорю, какая Одесса? У нас Херсонский аэропорт. Вернее, аэропорт. К сожалению, не все даже в Киеве сегодня знают, что есть Херсонский аэропорт. Есть такой нюанс. Когда рассказываешь, говорю, так у нас аэропорт, как у вас аэропорт? Вот. И появилась тогда эта идея. И самое интересное, когда Дмитрий сделал такой опрос среди своих клиентов, которые уже участвовали в аэропорт Харьков, аэропорт Львов, то 90% изъявили желание, выбрали между Одессой и Херсоном, Херсоном. И это стало тоже таким толчком. Мы создали, опять же, все условия. На минимальных, скажем так, условиях он зашел в аэропорт. Это был первый год, в следующем году уже он был советом договариваться, есть какие-то арендные отношения, все остальное. И что будет интересно? Будет, как всегда, интересно. Интересно, это новые технологии все-таки. Опять же, мы пришли к тому, что сегодня сельхозпроизводитель уже настолько вырос, что уже сельхозпроизводитель не должен ездить по выставкам, выставки должны ездить сельхозпроизводителя. Вот. Как ни парадоксально, тут же сразу на выставке были проданы не одна единица сельхозтехники. Это тоже положительно и для продавцов сельхозтехники, и для наших сельхозпроизводителей, которые смогли на месте, да, там договориться об оптимальных ценах и приобрести эту сельхозтехнику. А в аграрній сфері Херсонщини чи змінилось? Збільшилися зрошувальні землі? Аграрна сфера, смотрите. Ви думали про це? В цілому, ви знаєте, якщо брати, от я зам глави адміністрації, який відповідає за це направлення. Но, що цифри говорять? Богу, який в економіку аграрії Херсонщини? Да, слава Богу, з одної сторони я відповідаю за це направлення, слава Богу, з іншої сторони ми вже мінімально впливаємо на цей сектор. Потому что уже сегодня говорить, что мы посеяли или мы убрали, кто это мы? Мы – это Херсонщина, а мы как администрация только можем влиять, если не дай бог что-то, да, как у нас один год было, первый год, проблема у нас каждый год с комбайнами. Да. Все, что мы как администрация должны были сделать, мы нашли компании, которые поставляют комбайны, сделали список, раздали максимально всем сельхозпроизводителям. Таким образом, каждый сельхозпроизводитель знал, где взять комбайны для уборки. Там. А так мы сегодня больше, наверное, как статисты работаем в этом направлении. В то же время, уже в этом году планируется на следующий год программы по развитию сельхозпроизводства. В частности, в этом году уже работала программа возмещения кредитов по закупке сельхозтехники отечественного производителя. Точно так же мы усиленно развиваем орошение Херсонской области, у нас потенциал очень большой. В этом году уже выделено только с бюджета области 20 миллионов гривен на развитие орошения. Это будет восстанавливаться и строиться новые насосные станции, строятся внутрихозяйственные сети. То есть как бы в этом направлении мы идем, потому что сегодня настолько изменился климат земного шара в целом, что сегодня я вот бываю на совещаниях, уже сегодня Харьковская область говорила о том, что нужно строить орошение. Только в данной ситуации у нас оно было, нам его надо только восстановить. А Харькову придется поработать. Можно по-іншому поставлю питання? Чим вас дивують регіональні аграрії? Ви ж їздите дуже багато області. Ви знаєте, дуже сильно помінялися аграрії наші. Уже сьогодні, все-таки ми всі говоримо, ми йдемо в Європу. Так? То сегодня в самом деле есть что показать Европе, зачастую уже Европа удивляется. Все-таки мы, украинцы, мы славяне, мы всегда были более такие изобретательней. То, что кто-то придумал для них догма, мы всегда чего-то допридумаем больше. Еще такие прислевли огульно выдумки хитра. Да, плюс у нас плодородная почва, давайте не будем об этом забывать. Плюс у нас трудолюбивый народ, есть что посмотреть. Сегодня уже есть предприятие, которое ты заезжаешь, то... Ну, Европа тебе и все, европейский подход. И это очень радует, что это меняется. Но в то же время это говорит о том, что сегодня аграрный бизнес – это очень доходный, высокоприбыльный бизнес. Да, есть проблематика. Ну, слава богу, эти проблемы не так сильно влияют на то, чтобы аграрный бизнес области развивался. И Украины в целом. На початку зустрічі ви сказали, що ви, коли їхали на зустріч, думали, що якийсь залишить слід команда Андрія Гордієва і ви як члени команди. Ви вважаєте, от як би працювала команда за ці роки? І чим вирізняється від інших команд ваша команда? С приходом Андрея Гордеева, я просто помню, первые там полгода работы, это вообще был такой стрессовый, первых полгода, да, это был задел, который мы, такое планирование, скажем, да. На сегодняшний день мы, чем мне нравится работать с Гордеевым, и то, что мы уже видим, вот я сейчас очень много посещаю районов, езжу по селам, да,
Когда мне задают вопрос, а вот мы хотели бы там газопровод построить. Я говорю, вы знаете, это виртуально реально. Ну реально. Почему? Потому что я привожу элементарный пример. Много тут сейчас у нас сказочников рассказывают про тот же мостопереход, который не могли построить Советского Союза. Наша команда за это взялась. И он растет. Да, тяжело было, пока жаль, люди не понимают, что крыша в доме не появляется, пока фундамент не построится. Да? Но сегодня фундамент, скажем так, строится. Сегодня уже там забор, я уже еду, вижу, уже выше забора появляется это. Я думаю, с весны уже мы будем смеяться над теми, кто смеялся над нами. Да? Когда будем строить это будет красиво, приятно. Это газогон наш гигиенический, это тоже была проблема, которую в советское время никто не решал, мы за это взялись, и мы это решаем. То есть это такие проекты, за которые никто никогда, или же брались, ну вы знаете историю мостоперехода в целом, да, а мы те люди, которые беремся и доводим это все до конца, и я думаю, нам будет, что после себя оставить, знаете, буду говорить, а это построено при них. А чому тоді ви решили прийти в політику і стати, погодитись на пропозицію заступника голови облдержадміністрації? Знаєте, в політику, то в принципі я попав, я вважаю, доволі случайно. Мені предложили, я думаю, ну, пойду, ще політиком я не був. Но я не знал, что настолько это меня захлестнет, хотя внутри я всегда понимал, что, наверное, ситуация в стране, и я был бизнесменом, и меня не все устраивало в то время. Сегодня, слава богу, мы изучая, смотрим на ситуацию, вот я спрашиваю своего брата, который ведет бизнес, да, он говорит, стало намного легче. Да. Ну, ты не можешь говорить про коррупцию? Ну, она же не искореняется моментально. Мы, к сожалению, хотим все делать быстро, а особенно коррупция такая проблема всего мира, да, то есть ее можно мінімалізувати, ну, наверное, не іскоренити, к сожалению. Євгеній, да? Деякі бізнесмени прийшли в політику, подивились, що відбувається, подивились на той, навколо політика є і бруд, чорні технології, і пішли звідти в небуття. На моїй пам'яті є таких багато людей, які б могли підмінювати Херсон. Сьогодні навколо вас дуже багато таких технологій чомусь зібралося. Як ви до цього взагалі ставитесь? Вы знаете, во-первых, хочу сразу сказать, кто бы что ни делал, я парень упертый, я иду всегда до конца, и раз, и второе, я себя никогда не обманываю, уже научился не обманывать. То есть, если бы я почувствовал, что это не мое, я бы ушел бы еще первых там, полгода, тем более это было самое тяжелое пережить первых полгода. Сегодня для меня это, я понимаю, только то, что происходит вокруг меня, ну, чем активнее я становлюсь, тем больше вокруг меня этих технологий, как вы говорите, появляется. Ну, если, к сожалению, политику и жизнь политика такая в нашей стране, ну, мы же не должны останавливаться. Если я вижу цель, и я к ней иду, я не вижу уже препятствий, раз. Второе, вы знаете, вот там построили, там, сделали термомодернизацию Олешковской гимназии, новая крыша, разукрасили в разные цвета радуги эту гимназию. Ты приходишь, вот я пришел, стою и радуюсь. Я никогда, будучи бизнесменом, не думал, что я буду радоваться чему-то тому, что не принесло мне доход. Сегодня я понял другое. Да, то есть я изменился сам. Я не понимал, ну, раньше для себя не думал, что настолько я буду озабочен теми проблемами, какие есть. Сегодня я бываю в селах, я вам скажу, проблема сегодня в селах, одна из больших проблем, это 99,9% это домов культуры, их нету практически. А мы говорим о возрождении сел и о том, что молодежь, куда ходит молодежь. Я вспоминаю, вчера только рассказывал, говорю, я был настолько активным школьником, я участвовал в всех кружках, которые были в селе и в райцентре. А если бы этого не было, чем бы я занимался? Так а сегодня молодежь еще активней. Вот одна из проблем. И проблем очень много. На самом деле мы дошли до той точки, я считаю, невозврата, когда Советский Союз, в плане имею в виду все, что было построено, оно просто начинает рушиться моментально. За что не возьмись, школы, дома культуры, больницы, все начинает рушиться, дороги. И тут я для себя просто анализирую, сколько же нужно денег, хотя бы выйти на нульовую точку теперь. Зможе оця реформа децентрализации відродити село? Однозначно. Вы знаете, разные есть у нас в Херсонской области ОТГ, но я скажу, есть ОТГ, где рост пошел в сотни процентов, я имею в виду даже того же бюджета. Есть ОТГ, к сожалению, которые еле себя чувствуют, потому что есть такое хорошее слово «природне». Когда ОТГ создавалось природне, когда это, вот я беру Бекапанскую ОТГ,
насколько есть развитие, потому что там человек на своем месте, Валентина Дмитриевна, да, у нее нет своих земель, зачастую у нас ОТГ создалось так, что выбрали главу ОТГ и все депутаты, местные фермера, которые беспокоятся только о своих землях, и развития нету. Тут в данной ситуации видно явное развитие, и есть очень много людей. Та же Дмитриевна говорит, я очень жалею о том, что я не была одна из первых. Вот, тоді були да, додаткові кошти на інфраструктуру. Ну, і можливості другі є. Сьогодні навіть от, можна заїхати к ній в ОТГ, я буквально вчора заїжджав, ЦНАП строїться, криша в школі міняється, тільки весною у неї там був ураган, снесло кришу, вже от перед Новим годом нова криша. Тобто зовсім по-другому вона говорить, я бачу, наскільки є можливість швидко варіювати навіть, тому що раніше це було намного складніше. Однозначно. Другий вопрос, що в моєму розумінні, я як-то сказав цю фразу, говорю, главою ТГ должен стати тот, хто може на Грушевського зайти, а на Банкової вийти. Вот. Ну, тому що тільки так. І в нас немного таких глав ТГ, які можуть, скажімо так. Тому що все-таки це можливості, з однієї сторони, це можливості, з іншої сторони, іменно вміти використовуватися. Надо вміти розмовляти, в кінці кінців, вміти бути дипломатом. А у нас, к сожалению, есть некоторые главы ОТГ, которые, вот был он главой сельсовета, его выбрали, он привык, хорошее слово, нехорошее слово, осваивать кошты. Да. Вот меня это слово просто убивает сразу. О каком развитии можно идти, пока мы, когда мы используем такие слова? Политичные процессы сегодня заважают развитку очень сельской местности? И взагалі, вы для себя визначились политическим життям далі? Смотрите, о политике в районах и в селах. Я считаю, что... Насилие в великой кількості партий, это заважает? Нет, смотрите, я вам скажу другое. Я считаю, что политика партии должна быть только в Верховной Раде. Если, дай бог, я туда дойду, я буду один из тех, кто будет за то, чтобы инициировать то, чтобы партии должны быть только в Верховной Раде. Там есть политический курс, там его определяют. Скажите, пожалуйста, одна из историй маленьких таких. Мы заводим определенные средства, наша команда, в одно село, восстанавливаем отопление в школе, учитель в этой школе, депутат районного совета, она что-то там против меня говорит. На вопрос... А что вы имеете против? Она говорит, в принципе ничего, но я просто с другой партии. Понимаете? А я ей ответил, если бы вы были с этого села, а не с партии, тогда по-другому все было. То есть человек в селе, о чем они могут думать, о какой партии? Им надо думать они про дорогу. Они думают про школу, дорогу. Вот. А дорога, ну я не знаю, неужели есть 10 партий и разный подход к строительству дороги? Да, там образно. Она есть, есть технологии, об этом надо думать. Я вам скажу, к сожалению, вот я беру свой Олешківський район, я оттуда депутат Олешківського района, и ни разу еще пока не видел писем от депутата Олешківського района, от главы района, районной рады, там на тот же облсовет с просьбой, помогите там или что-то, никто. То есть все сидят, даже элементарных вещей никто не делает. Не факт там, что им сразу ответят, да, но факт того, что никто не хочет этот шаг делать. А без первого шага не будет второго шага. Что касается меня лично, то когда я пошел в политику, и мы выиграли, мы, это всегда, у меня всегда со мной команда. Вы пришли в политику от провладной партии? Да. Вы залишаетесь членом провладной команды? Конечно. И свои будущее, как видите? Я в команде, я один из немногих, кто есть членом партии, это немаловажно. Вот. И сегодня я работаю в администрации. Кстати, вопрос администрации, почему я пошел в администрацию. Я столько наобещал на выборах в областной совет, что понял, выполнить это можно, будучи только здесь. И сегодня, слава богу, у нас это получается. И одне питание. Благодійні проекти з вашого життя не йдуть. Як вони приходять? Вы знаете, они, благотворительность, скажем так, да, это, первое, нужно дорасти, да, заниматься благотворительностью. С другой стороны, мы сегодня, вся Украина благотворители, ну, особенно после тех событий, которые были, все в той или иной степени. Благотворительность, это не означает, да, там, пожертвовать миллион. Кто-то может пожертвовать и гривну, а кто-то может пожертвовать просто свое время. Вот. Это тоже немаловажно. Мы столько много проводили проектов всевозможных благотворительных, тоже там праздник Ивана Купала, да, 150 волонтеров, которые проходили, и это были, начиная от студентов, заканчивая людьми, которые, ну, довольно, скажем, уже серьезно в нашем городе, они помогали, потому что каждый сделал свое, они верят, это немаловажно. Сегодня благотворительность, она уже сегодня у нас выросла, это благотворительный фонд, очень у нас хороший такой получился тандем, я бы сказал, это благотворительный фонд, который я основал, и спілка «Жінки Херсонщини»,
много идей у них, много возможностей у нас, плюс возможность привести людей. Я считаю, вот сейчас мы один проект запустили, это «Херсонщина обирает здоровье». Идею принес Алексей Герман, все его знают сегодня в Херсоне, он эту идею принес. Мы ее поддержали, провели фестиваль, собрали средства. Сегодня этот проект начал работать в Каланчатском районе. Почему Каланчатский? Потому что там была ситуация с титаном. Вот. И мы уже на сегодня видим результаты этой работы. Да? Каждую субботу туда выезжают доктора, проводят медосмотры. Но я вам скажу, вот был недавно случай, девочка 5 лет, она вообще не разговаривала, ей ставили диагноз аутизм, в итоге у нее оказалось там какие-то полипы в районе язычка. Буквально на той неделе уже ее прооперировали, и она уже начала более-менее издавать нормальные слова. Я сказал, я считаю, что эта программа уже удалась. Що ви побажали взагалі жителям Херсонщини? Як підготуватись до наступного року? Знаєте, все-таки... Первое, я верю в то, что наша страна развивается. Второе, я верю в тот курс, который взял, и это не пафосно звучит, который взял и куда идет президент. Мы его поддерживаем и будем поддерживать дальше. И я верю, что, знаете, есть такое внутреннее состояние, ощущение, что все будет хорошо, и я в этом паровозе еду, понимаете? Чего хочу пожелать всем в нашей большой стране, нашей Херсонщине, развития, здоровья. А самое важное сегодня, это, конечно, мирного неба над головой. Потому что то, что происходит, оно все убирает на задний план, к сожалению. І будемо готуватися к Новому году праздновати. Я вам хочу побажати успіхів і нагадати нашим шанувальникам та глядачам Українського півдня, що в студії був Євгеній Рищук, депутат Херсонської обласної ради. Будьте з нами і надалі з вами була я, Лідія Григорьова.